В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки. В мемориальном парке мира в Хиросиме собрались несколько десятков тысяч человек. В 8:15 утра по местному времени была объявлена минута молчания. Именно в это время, ровно 70 лет назад, США сбросили на город атомную бомбу. Тогда погибли 140 тысяч человек. Вскоре была сброшена вторая боеголовка на Нагасаки. Ее жертвами стали 74 тысячи японцев. Большинство из них были мирными жителями. Атомные бомбардировки японских городов, пожалуй, единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия.